Да, праздник. Праздник, приключения, ужасы, любовь, ненависть и полная победа добра над злом. А как работал с вами Сфера Брежнева? Очень хорошо, это открытие. Я считаю, что и Сергей в качестве, и Вера абсолютно открытие. Я думаю, что у нас будут выбирать режиссеры актеров, мы будем требовать продолжения, они будут поднимать гонорары, потому что это замечательные актеры, с ними очень здорово работать. Они хотят работать, умеют. Ну, они актеры на самом деле и есть, просто не может быть человек такого уровня медийный, чтобы он не был актером. Конечно, они актеры и очень хорошие. Результаты превзошли все ожидания, потому что это замечательные актеры. И мы уже пишем сценарий для продолжения, и у меня еще есть сомнения, дадут ли они нам время, потому что теперь у них будет очень много предложений от больших фильмов. А как вам нравится сравнение вашего фильма с «Мистером и миссис Смит»? Ну, я бы еще порекомендовал сравнивать с фильмом «Шесть дней, семь ночей», «Роман с камнем», «Пираты Карибского моря». То есть, на самом деле, много очень. Этот фильм, на самом деле, вытекает из логики развития современного киноискусства, но делает какой-то свой шаг и в какую-то свою сторону. Это очень здорово. Вы очень хорошо чувствуете аудиторию, своего зрителя. Кому вы рекомендуете сходить на премьеру и для кого вы это снимали? Вы знаете, мы всегда думаем, что мы снимаем для какой-то одной категории, а фильм оказывается шире всегда. И в данном случае вышло то же самое, как мне кажется, вот судя по первым отзывам, мы думали, что это, ну, история, любовь, она, какие-то острые отношения, это, скорее всего, молодежная аудитория. Но детям нравится, взрослые жалуются, что нет рекламы на Первом канале, а СТС, ТНТ они не смотрят. То есть, фильм оказался шире, чем мы думали. Но это так и должно было быть. Мы специально не закладывали ограничений. Было сложно, было не все сразу. Где-то было много дублей, где-то мы от чего-то отказались. Но что-то они придумали и сами. И главное, что в течение съемки видно очень прям невооруженным глазом. Они просто менялись, они росли прямо на глазах. Есть сцены, где они держатся немножко угловато, где-то это видно даже. Но это хорошо, то, что вложился в сценарий. А вот где-то они уже просто шли впереди нас, мы уже не успевали за их идеями. То есть я думаю, что дальше они будут еще лучше играть, они освоятся с этой работой. Да, говорите дальше, значит, все-таки будет продолжение? Нет, конечно, будет. Мы уже пишем сценарий. Да? И когда примерно? Мы еще пока не знаем. Мы будем смотреть, как отреагирует аудитория. Хотя вот с продюсером мы уже приняли такое решение, уже подписали контракт. Именно будет продолжение этой истории, да? Ну, оно может быть в разных форматах. У них могут появиться дети, могут не появляться. Они могут куда-то поехать в одно, в другое, в третье место. То есть, там много вариантов. Потому что Сфера Брежнева, все-таки звезда считается звездой, чем часто капризные люди. Вот этот миф тоже мы опровергли, да, наоборот. Она менее капризна, чем многие никому неизвестные люди. То есть она, я понял, что звездами становятся там именно в силу этих особенностей характера, которые позволяют, ну, во-первых, заставляют человека работать самого, и позволяют ему сотрудничать. Потому что в современном мире, если ты не умеешь сотрудничать, если ты действительно воротишь нос, или ты очень высокого себе мнения и не идешь на контакт, ты ничего не добьешься. Потому что сегодня все делается только в команде. И это люди команды, это самое главное. Это что-то связанное со стройкой, да? Кто? Наш Ираш, если не ошибаюсь, или там начальник. Это у меня долгое время не работал этот канал на телевизоре, когда он снимался в этой передаче. Поэтому меня как-то не ассоциируется вот с этой передачей, потому что я узнаю, это просто как человек. Поэтому вот такой человек. Очень талантливый. Вы согласны с тем, что Вера – это секс-символ? Я согласен. Она, ее типаж – это вот мои какие-то эротические сны в 15 лет, 100%. Что вы знаете о фильме? Ничего. А вы знакомы с предыдущими актерскими работами Веры Брежневой? Или вы в «Большом городе», возможно, смотрели? Конечно, смотрели. И как она как актриса? Она очень органична в том, что она делает. А как вы думаете, это уважительно, что девушка с такими внешними данными, с такой красотой, она может просто там быть дома, ничем не заниматься. Она, тем не менее, пробует себя в разных сферах. Она не имеет права быть дома, она не имеет права, вообще Вера Брежнева не имеет права принадлежать этому мужчине. Она принадлежит всем нам.
А вы слышали, что в честь Сергея Светлакова назвали деревню на Урале? Светлаковка? Неплохо. Почему? Это круто вот для артиста, это, наверное, высшая степень. Надо спросить у него, наверное, потому что каждый к своей популярности интересен по-разному. Но не думаю, что ему это не понравится. Как вы думаете, они с Верой красивый тандем? Вот многим они ассоциируются как брат и сестра. Вот посмотрите на плакате. Ну, у них, мне кажется, это сочетание очень неплохое. Он брутальный, она нежная. Ну, мне кажется, нормально. То есть картина обречена на успех, да? 100%. Один без охраны. Что? Чего вы ждете от премьеры с Верой Брежневой? Хорошего фильма жду. Как вы оцениваете актерский план Сергея и Веры? Они великолепны. Какова вам жизнь оказаться с Верой Брежневой на необитаемом острове? Сергей уже осуществил это. Мне уже не нужно этого делать. Я пришел к своему старому близкому коллеге, продюсеру Сельянову. Это его продукт, его детище. Вот. Посмотрим, что сделали артисты нового поколения. Вы считаете, что это не профессиональный актер? Это может играть на руку или наоборот, или все может проиграть? Все зависит от того, насколько режиссеру нужны были такие актеры. А с точки зрения профессиональной или непрофессиональной, иногда непрофессиональный актер бывает точнее и больше на месте, чем профессиональный. Это очень... можно говорить об этом только после фильма. Гарри, убегай. Ой, я извините, не успею сейчас. Привет, да. Хотела пожелать, чего ждете? Я желаю успеха. Успеха всем. Как вы тут решите, пожалуйста, Андрея? Понятия не имею. Я вот с этой интригой иду в кинотеатр. Мы без вас не можем. Привет, привет. Скажите, пожалуйста, что вы ждете от нас? Я светлый. Буквально пару кадров. Чего не отпустите? Да вы меня перепутали с кем-то, наверное. Ребят, на пресс-мол, на пресс-мол. Расходимся, все вопросы на пресс-мол. Пожалуйста, еще раз. Налево извинитесь, пожалуйста. Вот. Да, можно вас чуть-чуть? Можно? Еще раз направо, пожалуйста. Да. Направо. Еще раз по центру. Направо, пожалуйста. Ребята, спасибо вам большое. Я себя чувствую минимум голливудской звездой, честное слово. Смотри, а сейчас все выйдут, и эти люди тоже останутся. Верой, пожалуйста, вот в эту камеру. Да, вот. Что, я думаю, что там есть где выбрать. Да. Можно я поплаваться? Есть приключения. Шутки какие-то. 2 года мы шли к этому дню. Мы закончили работу над фильмом «Джунгли» и хотим вам его показать. И на далекий остров, который называется Кохонг. Сейчас мне рассказали, что когда туристов возят, то показывают на этот остров и говорят, вот здесь снимали фильм «Джунгли». Среди моря просто встали на мель. Непонятно, что было делать. И решение было очень простое, но неожиданное. Мы вышли его выталкивать. И мы его сдвинули. И когда мы сели, то проснулись, были очень радостные.
У нас было чувство, что мы команда, которая победила. Спасибо вам большое за то, что вы это сделали. Всем приятного просмотра. Вечер. На самом деле хороший фильм. Я вам завидую, вы сегодня видите в первый раз. Это восьмой, ребят? Восьмой. У вас восьмой? Да. Говорить поэтому дальше не буду. Что можно прибавить к слову «хорошее кино»? Это для всех, для нас самое главное. Когда получается, то чувствуешь, что это как в порядке. Во всех смыслах этого слова. Фильм выходит в двух версиях. 2D и 3D. И обычно не принято как-то немножко даже стесняются, что вот у нас там еще в 3D есть. А в данном случае мы не только не стесняемся, а просто рекомендуем всем, кому фильм понравится, а может быть даже и не очень, пойти 29 ноября или в один из последующих дней посетить сеанс 3D. Потому что компания 3D-ТВ, которая сделала эту работу, она сделала ее исключительно качественно. Профессиональным людям это будет интересно в профессиональном смысле. Зритель получит какое-то колоссальное, мне кажется, дополнительное наслаждение от этих джунглей, от этой глубины. Отличная работа. Красота веры там еще более выпукла. А ум Сережи еще более... Ну, ум он внутри, его все равно не видно даже в 3D. И вот они, наши замечательные актеры. Здравствуйте все! Давайте вместе поздороваемся! Мы так рады вас видеть, друзья! Спасибо! Спасибо, что пришли! Люди, которые работали над фильмом, люди, которые просто в нас верят. Люди, которые верят в чудо, которые верят в открытие сердца и в профессионально сделанную работу. Спасибо, что вы пришли. А мне очень не хочется говорить, мне просто хочется, чтобы вы его посмотрели. Я желаю вам всем приятного просмотра. Да, мы не будем долго говорить до фильма, это тут всегда выглядит немножко глупо. Вот говорит, что так все здорово, все. Просто одна маленькая просьба, поаплодируйте людям, которые стоят на сцене. Каждый из них внес свой маленький вклад в этот фильм. Если вам понравится, то это сделали они. И маленький подарок. Ну, есть маленькое неудобство этого фильма. Фильм будет в прокате не только в Красногорске. Вот, поэтому, ну, это маленькое неудобство. А так, я думаю, что все будет здорово. И у Веры шикарное платье. Давайте поаплодируем ей. Буквально через 3 часа его обратно сдавать, поэтому... Спасибо, спасибо еще раз вам большое. И скажу слоганом любимого для себя канала. Почувствуйте нашу любовь. Расслабьтесь. Еще раз желаю все-таки вам всем приятного просмотра. Спасибо. Давайте смотреть кино.